Ну, а главная задача госавтоинспекции – это сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий, а также работа с самой незащищенной частью участников дорожного движения – с пешеходами. Из года в год сотрудники госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия по сокращению аварийности. По итогам 2016 года в Ленске ее удалось сократить практически вдвое. Подробности далее. За прошедший год в Ленском районе допущено 36 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло, 41 человек получили телесные повреждения различной тяжести. Если сравнивать с 2015 годом, аварийность снижена практически вдвое, но все равно показатели остаются большими. Хотелось бы отметить, что несмотря на ту работу, которая проводилась, то есть изначально, когда эти были дорожно-транспортные происшествия, мы уже продумывали мероприятия, не только продумывали, и работали, не удалось снизить аварийность. Даже если в количественном соотношении, то по Ленск-Мирно у нас получается 8 дорожно-транспортных происшествий, 5 погибло и 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Самая основная причина аварийности – это пьянство за рулем. За последние несколько лет по Якутии сотрудниками госавтоинспекции зафиксировано увеличение случаев управления водителями в состоянии алкогольного опьянения. За 2016 год у нас допущено на территории Ленского района 2 дорожно-транспортных происшествия, да, из 34, где водители находились в состоянии опьянения. Ну, то есть это отдельный такой показатель, я считаю, довольно серьезный. Хотелось бы отметить, что отчитаться по той работе, которую проводили по выявлению водителей в состоянии опьянения, мы их выявили, если сравнить с 2015 годом, на 30% больше. В связи с ростом показателей для профилактики данного нарушения в течение всего года сотрудниками госавтоинспекции проводилась оперативно-профилактическая акция «Трезвый водитель». Основная ее цель – выявить водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом и наркотическом состоянии. Также было проведено профилактическое мероприятие «Алкоголь и дорога несовместимы». Акция «Автопробег». Патрульные автомобили, украшенные соответствующей символикой, патрулировали улицы города. К общественно важным мероприятиям, проводимым в течение года, активно привлекались органы местного самоуправления, автотранспортные и другие предприятия, а также учебные заведения. Так, в течение года в школах были проведены квесты на тему правил дорожного движения, конкурсы рисунков и карикатур по тем же ПДД и уже традиционное мероприятие «Письмо водителю». Целью данной акции является желание детей донести их пожелания безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств и пешеходам. В целом, подведя итог 2016 года, подразделением госавтоинспекции по выявлению и предотвращению ДТП отработан довольно неплохо. Об этом говорят показатели, озвученные начальником отделения ГИБДД Дмитрием Кимом. Показатели, которые снижены благодаря слаженной работе всего подразделения. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК СХ, Ленск.